трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, вводящий уголовную ответственность для водителей, игнорирующих требования уступить дорогу скорой помощи. Если это приведет к ухудшению здоровья пациента, то нарушителю будет грозить штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправ работы, либо арест до 4 месяцев. Наказание в случае гибели больного – лишение свободы до 4 лет. Трасса 101. Центральный банк предложил по-новому исчислять стоимость ОСАГО, исходя из возраста и стажа водителя. Так, автомобилисты в возрасте до 24 лет со стажем до 3-4 лет могут получить максимальный повышающий коэффициент – 1,8. То же самое с водителями в возрасте от 25 до 29 лет со стажем до 1 года. Платить меньше за автогражданку, согласно инициативе, получится только после 30 лет при наличии стажа более 4 лет. Здесь предусмотрены коэффициенты от 66 до 0,99. Трасса 101. Процедура оформления электронного ОСАГО в скором времени может упроститься. Речь идет об избавлении водителей от обязанности предоставлять сканы своих документов. Для этого Банк России планирует подключить сайты страховщиков к порталу госуслуг. Кстати, недавно ЦБ упрекнул ведущие страховые компании в установлении ограничений для желающих получить виртуальную автогражданку. Организациям выданы предписания. Трасса 101. Судебные приставы продолжают бороться с водителями-должниками путем временного приостановления действия их прав. Норма вступила в силу в середине января прошлого года. На сегодняшний день эта мера коснулась порядка 200 тысяч россиян. В основном это неплательщики алиментов. Лишиться права управления, напомню, можно при задолженности более 10 тысяч рублей. Эксперты ОНФ насчитали в России почти 15 тысяч участков автотрасс, нуждающихся в срочном ремонте. Информацию о них на специальном сайте разместили жители регионов. Больше всего сообщений поступило из Питера, Курска, Волгограда, Саратова, Нижнего Новгорода, Рязани, Симферополя, Пскова и других городов. В ближайшее время эти сведения активисты собираются передать главам субъектов. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.